Всем привет! Начинаем наш 6-й прибалтийский кейс-брейк по новой эксклюзивной коллекции КХЛ. Московское время 15:36 и сегодня 24 октября. Всем хороших карт! Приступим! Вот такой мы сегодня кейс вскрываем. Надеюсь, что придут хорошие и редкие карточки. Итак, первый блок я достаю. Этот блок номер 6-7. Итак, всем удачи. Начнем. Мартин Шкарсумс, КХЛ «Без границ», «Динамо», Москва. Капитана КХЛ Дмитрий Коробов, «Спартак», Москва. Капитана КХЛ Томаш Суровый, команда «Словом». Вратарь Иван Касутин, «Нефтехимик», Нижнекамск. Логотип клуба «Словом», Томаш Капецкий. Флаги Джефф Плетт, ЦСКА. Клюшка Борис Николай Антропов. Номер 2 из 2. Это хит. Это настоящий хит. Далее. Маска Джефф Глаз. Борис. Далее. Михаил Бирюков. Вратари. Югра. Капитана КХЛ «Без границ». Андре Петерсон. Сочи. Иржи Гудлер, КХЛ «Без границ», «Динамо», Москва. СКА «Санкт-Петербург», флаги Мика Коскинен. Это был первый блок. Продолжаем дальше. 12:01, второй блок.
Итак, пилот номер два. Капитан КХЛ, трактор Равиль Гусманов. ЦСКА, золотая маска, Илья Брызгалов, номер 5 из 10. Серебряная маска, Динамо Минск, Кевин Лаланд. КХЛ «Без границ», Дуайт Кинг, автомобилист. Логотип клуба, Торпедо Нижний Новгород, Михаил Бирюков. Маска, ЦСКА Москва, Илья Брызгалов. Вратари, Александр Еременко, Салават Юлаев. Флаги, Оскар Осала, Металлург Магнитогорск. КХЛ «Без границ», Юнос Анелев, «Авангард». Вратари, Якуб Седлачек, «Динамо Рига». Капитана КХЛ, Дмитрий Калинин, «Спартак Москва». Флаги, Мэтт Эллисон, «Торпедо Нижний Новгород». Блок номер три. Вот так он выглядит, номер у него 13-16. Дэн Секстон, нефтехимик, флаги. Я сначала вскрою все. Мне захотелось Секстона сразу вытащить. Продолжаем. Третий блок. ЦСКА Михаил Грабовский, подсерия КХЛ «Без границ». Вратари Иван Налимов, «Адмирал». Клюшка Геннадий Стасенко, «Северсталь». Номер 5 из 10. Маска Пекка Ринне, «Динамо Минск». Капитана КХЛ Сергей Мазякин, «Металлург Магнитогорск». Капитана КХЛ СКА Санкт-Петербург Павел Дацук. Серебряная автограф капитана КХЛ Сергей Мазякин, «Металлург Магнитогорск». Флаги Джошуа Хеннесси, «Витязь». Дмитрий Калинин, логотип клуба «Спартак Москва». Вратари Иван Касутин, нефтехимик. Ростислав Шпирка, «Спартак Москва», КХЛ «Без границ». Следующий блок, блок номер 4, его номер 0852.
Итак, продолжаем. Вратари. Ян Лаца, Борис. Динамо Минск, Дьюти Вескот, КХЛ «Без границ». Северсталь, Линус Видель, КХЛ «Без границ». Динамо Москва, вратари, Виталий Еремеев. КХЛ «Без границ», нефтехимик Николай Белов. Владислав Нать, Северсталь, КХЛ «Без границ». Флаги, Джонатан Блум, Адмирал. Капитаны КХЛ, Александр Степанов, Акбарс. Флаги, Тим Кеннеди, Йокерит. Маска, Максим Соколов, СКА Санкт-Петербург. Михаил Карнаухов, Динамо Минск. Логотип клуба. Ну и суперская карта, Василий Кошечкин, Металлург, Магнитогорск. Маска, джерси, 4 из 5. Мои поздравления. Следующий блок, блок номер 5. Приближаемся к экватору нашего брейка. Итак, флаги. Йонас Холес, Локомотив Ярославль. Вратари, Игорь Сапрыкин, Витязь. Капитана КХЛ, Никита Трямкин, Автомобилист. Стив Валикет, ЦСКА, вратари. Автомобилист Томми Кивисте, КХЛ «Без границ». Оливер Лауртсон, Йокерит, флаги. Маска, Георгий Гелашвили, Локомотив, Ярославль. И Кари Рамио, клюшка, маска, клюшка, Йокерит. Поздравляю, 5 из 5. Далее, капитана КХЛ Ера Карелахти, Динамо Минск. Оскар Фантенберг, Сочи, логотип клуба. Кори Мерфи, Динамо Минск, КХЛ «Без границ». Еще одна карта КХЛ «Без границ». Дэвид Рунблад, СКА Санкт-Петербург. 5 блоков позади. Блок номер 6. Следующий его номер 22-13.
Итак, продолжаем. Сейчас у нас шестой блок. Или подождать, когда кончатся звонки. Не будем ждать. Давайте, поехали. Итак, Симон Хьялмарсон. Флаги ЦСКА. Буква. Кевин Лаланд. Динамо Минск. Серебряная маска. Рико Хелениус. Йокерит. Далее. Капитана КХЛ Николай Пронин, ЦСКА. Сергей Сентюрин, Торпедо Нижний Новгород, Тавгай. Роберт Нильсон, флаги, Салават Юлаев. Джастин Ходжман, Металлург Магнитогорск, КХЛ Без Границ. Ян Коваш, Металлург Магнитогорск, КХЛ Без Границ. Артур Скулда, Салават Юлаев, КХЛ Без Границ. Клюшка, Владислав Фокин, Югра. Евгений Канобрий, Спартак, Маска. Вратари, Сергей Наумов, Динамо, Рига. Пока все. Дальше продолжение. Узнаю, кто мне звонил.